А чё, запись уже пошла, что ли, ёпты? Ха-ха. Фартум масти ауе, уважаемые зрители, ёпты. У аппарата, как всегда, Жиканатор 3000, ёпты, здорово. Меня многие в комментариях спрашивают, каким же образом Жиканатор 3000, ёпты, выживает в тюрьме. Вы вообще знаете, как меня в тюрьме называют? Петух. И если вы вдруг, ёпты, подумали, что Жиканатор 3000 там не в авторитете, то вы ошибаетесь, я еще та петушара. Но мне мой сокамерник сказал, что петух это клёво. А еще он говорил делать так. Ёпта! Так что если хотите нормально, ёпты, выживать на озоне, то я вам говорю, становитесь петухом. Ну а вообще, если хотите, чтобы вас в тюрьме вот так вот вами не делали, то нужно просто ставить лайки под видосы Жеки. Если 25 тысяч лайков под этим видео наберется, то сразу будет новая серия симулятора тюрьмы, ну ёпта. Ну а если вдруг не наберется, то знаете, что я сделаю? Я позвоню Аре. Алло, ёпты, Ара, приди тут разберись, тут хейтеры не хотят ставить лайки. Уже выезжаешь? Ну ты там это, захвати там ножик, пырни их куда-нибудь там в мягкое место. Давай, давай. Скру-пу-пу. Так что я бы на вашем месте пальцы-то не гнул и уже быстрее поставил лайк, а мы уже продолжим выживать в симуляторе тюрьме в виртуальной реальности. Поехали. Ну что же, друзья, добро пожаловать в новую серию симулятора тюрьмы виртуальной реальности. Вы, блин, так ждали эту серию, вы поставили столько много лайков, за что я вам просто благодарен, я перед вами просто кланяюсь. О, великие подписчики, ой. Спина. Со мной тут здороваются уже мои сокамерники. Здорово, чувак, здорово, здорово. Если вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что мы с вами дошли до самого последнего задания. То есть, если я сейчас пройду это задание, то я выберусь наконец-то из тюрьмы, о боже. Боже, наконец-то, ой. Ну как бы фарту масти ауе. Алло, пошел в сраку, ты чё охренел, чувак? Пошел в сраку отсюда. Короче, ребята, я надеюсь, что вы уже поставили лайки. И если мы наберем 25 тысяч лайков, то как всегда будет новая серия. Я, если честно, вообще не помню, что нам сейчас нужно делать, поэтому давайте мы с вами посмотрим. Смотрите, что нам нужно сделать. Блин, подождите, по-моему, я это уже задание выполнял. Лоль. Окей, допустим, давайте завершим это задание. А, смотрите, у меня почему-то не сохранилось в предыдущей серии, то есть мы сейчас должны заново все это сделать. И, в общем, в чем суть? У нас тут есть, как я понимаю, целых две концовки. Мы можем быть плохими, а можем быть хорошими. В комментариях больше всего писали люди, чтобы я выбрал хорошую концовку, то есть вот эту. И для нее нам нужно сделать 10 сока. 10 сока, вы понимаете? А, где там они? Где наши бутылочки? Где наши деньги? Вопрос такой. А, подождите, денег у нас, по-моему, вообще нету, да? Зашибись, просто охренительно. А, ну, в принципе, можем продать алкоголь. Мы можем продать алкоголь, и у нас будет много-много денег. И тогда мы сможем сделать наши, наш сок. Так что, в принципе, все под контролем. Что мы еще можем продать? Давайте продадим наш кальян. Кальян нам тоже теперь не нужен. И теперь мы просто скупаем абсолютно все бутылки. Бутылочки, 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 бутылочки. Бутылочки мы все скупили. И давайте скупим все яблочки, которые здесь есть, и будем делать потихонечку сок. Все, замечательно, я все яблоки скупил. Что мы еще можем купить? Я, блин, хочу, знаете, что купить? Я не знаю, нужно нам это сейчас или нет. О боже, 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 деньги посыпались. Короче, я не знаю, нужно нам сейчас это или нет, но я все же хотел купить что-то для своего дома. Я столько играю в эту игру, и все, что я купил, это только вот этот, блин, ящик и раковину. Поэтому давайте посмотрим, что я еще могу здесь купить. Слушайте, давайте мы купим светильник. Отлично, мы купили один светильник. Что мы еще можем купить? Давайте мы купим... вешалку для вещей, блин, зачем? Ну окей, давайте купим еще один ящик, можно нам пригодиться. И, окей. Так, и теперь нужно это все дело поставить. Что это у нас такое? Что это? А, это лампочка. Давайте мы лампочку поставим куда-нибудь вот сюда. Опа, офигенно, вы только посмотрите. А я могу эту лампочку включать? Почему эта лампочка не работает? Как тебя включить? Алло? Включись, включись. А, видимо, она работает только ночью. Ну окей, хорошо. И что-то я еще купил. Где? Ага, вот. И у меня есть еще один ящик, который я, наверное, поставлю куда-то вот сюда. Вот так вот. Замечательно, еще один ящик есть. Слушайте, ну в принципе все, мне больше ничего и не нужно. Я даже не знаю, что я еще могу купить. Блин, да реально, а что я могу еще купить? Ничего я не могу больше купить, мне больше ничего и не нужно. Ночь наступает, Жека просыпается. Ребята, у нас просто дохренища планов на эту ночь. Мне кажется, я даже не успею все сделать, поэтому нужно делать все максимально быстро. Давайте мы сразу будем наполнять все бутылки водой, потому что нам это в любом случае пригодится. Мы берем сразу все бутылки, сразу подставляем эти бутылки под воду, потому что в любом случае нам нужно их наполнить. Оп, 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 оп. У нас бутылок-то очень много, а вот яблок у нас не так много, поэтому я, знаете, что предлагаю? Я предлагаю сделать еще один кальян, потому что, смотрите, у нас табака-то много, и нам не куда его девать. Поэтому давайте мы сделаем еще один кальян, чтобы его просто продать, чтобы у нас было еще больше денег, и чтобы мы смогли купить еще больше бутылок.
Алло, почему эта штука не работает? Я не могу понять. Отлично, эту бутылочку мы тоже наполнили. Можно выключать кран. Аккуратненько берем, выключаем. Теперь давайте попробуем прибраться здесь, потому что у нас, блин, вообще полный развал тут какой-то творится. Если сейчас сюда придет охранник, то будет очень, вообще не очень. Так, окей, давайте быстренько это мы все... Ой-ой-ой-ой-ой! Охренеть, к нам уже идет охранник. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Нужно быстренько все убрать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Он уже прямо-таки здесь. Он уже прямо здесь. Он уже прямо здесь. Он сейчас все спалит. Нет, он меня спалил. Нет, нет, мои деньги. Мои деньги. Мои деньги, мой табак. Охренительная ночка выдалась. Это просто пиздец, ребята. Охренеть. У меня других слов нету. У нас... Забрали 8 табака! 8 табака у нас просто забрали! У нас забрали $14, 3 каких-то яблока, еще какую-то хрень, охренеть просто! Зашибись! Отлично просто! Я все просрал, ребята! Я все просрал, как говорится, зря бухал, все просрал. Как так вообще? Ладно, попытка номер 2. Окей, давайте мы сразу же засунем все яблоки сюда. Мы засунем все яблоки сюда. Блин, нужно было купить побольше яблок. Чё ж я натворил-то? Так, окей. Я от вас отвернусь, а то я знаю, какие вы у меня шалуны, так что буду делать это втихую. О, детка! Да! Ой, кажется, все готово. Ребят, все получилось, все отлично, все отлично. Давайте пока что сделаем еще, наверное, кальяны тогда, раз у нас реально больше нету яблок, поэтому нам в любом случае придется делать кальяны, потому что нам нужны деньги. Так, теперь берем эти две бутылочки, отворачиваемся обязательно и... Отлично, два кальяна готово. Все, больше я, в принципе, ничего сделать не могу, нам осталось только эти кальяны продать, и, в принципе, все у нас будет хорошо. Блин, до сих пор не понимаю, на кой черт я купил эту лампочку, если она даже не работает. Окей, продаем этому чуваку кальяны. Где вы тут кальяны? Идите сюда, мои хорошенькие. Продаем кальяны и получаем за это деньги. Что мы делаем далее? Далее мы покупаем еще больше яблок. Отлично, яблоки мы все скупили, а вот бутылки, слушайте, какие-то дорогие. У нас не хватит на бутылки, ну, две бутылки хотя бы мы сделаем. И отлично, у нас есть бутылки, у нас есть еще яблоки. Нам осталось сделать еще целых 6 соков. Охренеть, блин, у нас так мало всего, ребята. Блин, походу придется делать еще алкоголь, чтобы хоть как-то выживать. Я думал, что это будет гораздо легче на самом деле, потому что на самом деле сделать 10 сока, это очень оказывается затруднительно. На это нужно очень много денег тратить, а деньги нужно тоже где-то получать. Чтобы их получать, нужно что-то делать. Нужно, блин, что-то делать. Складываем сюда вот эту одну штучку, встряхиваем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Oh, you touch my tra-la-la. Так, отлично. Один алкоголь готов, мы его продадим с вами. А сюда мы закидываем... так, это мы выключаем уже, да? Это нам больше не нужно. Все, мы выключили, больше бутылок у нас нету, в принципе, поэтому пофигу. Сюда мы закидываем табак, делаем кальян, продаем его и делаем еще, покупаем еще больше бутылок, еще больше яблок. Вот так мы поступим с вами. Вот так, ребят, я это все делаю. Так, и нам уже идут охранники. Нам нужно быстренько все убрать. Опа, вот так вот мы делаем. Опа, мы делаем еще вот так вот. И вот так вот. И все. Все, теперь мы все это закрываем, делаем. Уже 54-й день, охренеть. Ну давай, иди сюда. Ла-бла-ла-бла-ла-ла-ла-бла, давай. Давай, хоп. Так, смотрите, что мы ему делаем? Мы ему продаем один кальян. Иди сюда. Кальян мы продали. 36 всего, блин, 36 это очень мало. Можем еще, в принципе, купить яблок, пока они дешевые. Да, пока дешевые яблоки, нужно скупать яблоки. Опа, яблоки. Отлично, как они ровно выстроились, просто это... Просто головой своей затаранил. Оп, вот так вот мы это все делаем. Все, еще один сок у нас готов. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Сейчас мы все сделаем, ребята, не переживайте. Сегодня мы точно выберемся из этой тюрьмы, и все будет отлично. Берем алкоголь и продаем его. Замечательно, у нас есть алкоголь, и у нас есть 55 денег. Денег у нас есть 55, и мы можем купить еще бутылки. Оп. Давайте мы еще что-то, знаете, что продадим? Что мы можем продать? У меня еще есть деньги. Вот так вот у нас бизнес делается на Руси. Еще одна бутылка, 6 бутылок, и сейчас мы должны, главное, все эти бутылки использовать. Поехали. Отлично. Вопрос только заключается в том, хватит ли мне яблок. Мне нужно получать сколько? Мне нужно 10 яблок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня 7 яблок. Да, у меня только 7 яблок, то есть нам нужно купить еще 3 яблока. Так, берем сразу 2 бутылочки и заливаем в них водичку. Оп. Раз бутылочка, заливайся.
Сюда мы тоже заливаем водичку. Да твою мать! Так, это мы складываем, теперь мы берем эту штуку, берем раз и берем два. Все, замечательно, теперь мы это все берем и... Oh, you sexy for my shirt! Давай! Хорошо, отлично, еще два сока у нас готовы, мы их складываем сюда. Мы просто берем и делаем еще два алкоголя. Не, мы делаем просто три алкоголя и все. Делаем три алкоголя, у нас будет куча потом бабок. И все будет просто великолепно. А блин, а сразу три встряхивать нельзя? Так, хорошо. Два алкоголя готово. И одна у нас пустая бутылочка, она для сока пойдет. И вот это для алкоголя как раз пойдет. Давай. Все, отлично. Алкоголь готов. Теперь осталось просто подождать, пока он приготовится. Короче, сейчас мне, в принципе, ничего не нужно покупать. Мне нужно просто подождать, пока у меня забродит алкоголь. Поэтому, знаете, что мы делаем? Мы сразу нажимаем на лиф, сразу нажимаем на night. То есть мы сразу отправляемся в ночь. И теперь мы сразу из ночи отправляемся в день. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. И снова в день. Отлично. И по идее сейчас алкоголь должен забродить. Он забродит? Ну? Да, отлично, все, теперь я могу продать алкоголь. У нас уже 57-й день, давай. Брада! Где брада? Я могу выйти отсюда. Здорово. Так, здорово, чувак. Я сбагриваю тебе весь алкоголь. Раз алкоголь, два алкоголь и три алкоголь. Все, замечательно, много денег. И теперь что мы делаем? Мы покупаем... сколько нам нужно еще бутылок? Сколько у нас есть сока, господи. У нас есть 7 сока, то есть нам нужно еще 2 бутылки купить всего лишь. 2 бутылки. Окей, давайте на всякий случай 3 бутылки. И еще сколько нам нужно... нужно 6, получается, яблок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте 7 запасом. Оп, полетело. Так, теперь давайте, раз нам больше деньги не нужны вообще, давайте мы что-нибудь еще купим из предметов. Что мы можем еще купить? Смотрите, что у нас тут вообще есть еще? Лампочка, как мы поняли, вообще бесполезная фигня. Может просто купить стол? Давайте мы купим стол. Мне интересно просто даже, как это выглядит. Куда его можно поставить? Ага, смотрите, вот у нас есть еще один стол. Куда мы можем его запихнуть вообще? У меня места нету, ребята. Окей, давайте стол поставим вот сюда. И прямо на него, короче, поставим еще мусорку. Мусорка у нас будет стоять где-то... Да и пошел в сраку, все, ты мне больше не нужен. И мусорка у нас будет стоять где-то здесь. Отлично, а вот этот стол пусть стоит тут. Вот это мы берем. Охренеть, у нас все выпало, черт! Ладно, ничего больше переставлять не буду, не хочу ничего переставлять. Все, в сраку. Отправляемся в ночь. В ночь. У нас слишком много дел, у нас нет времени на игры. Так, окей, что мы делаем? Мы делаем, мы сначала складываем вот это все сюда. Это нам все не нужно, чтобы у нас это все не забрали. Так, теперь берем бутылочки сразу же. Одну бутылочку наливаем сразу сюда водички, вторую берем бутылочку. Давай. Отлично, теперь это мы берем. Оп. Теперь это наливаем. Давай. Отлично. Теперь это сюда. Это сюда. Все, у нас есть. У нас, в принципе, почти все готово. Так, это мы сложим, уберем вот сюда. Это не закрывается, ну и хрен с тобой. Так, аккуратненько. Теперь что мы делаем? Теперь мы это берем. Встряхиваем аккуратненько. Все, давай. Отлично, одно встряхнули. Здесь сюда. Оп, хорошо. Все, в принципе, у нас все готово. Что нам еще нужно? Да, больше нам ничего и не нужно. Все. Все, у нас все готово, ребята. Мы можем отправиться в день и сваливать из этой тюрьмы наконец-то! И наконец-то, последний день в тюрьме. Я уже готов отсюда свалить. Давай. Брада, иди сюда. Давай. Бла-бла-бла-бла. Так, отлично. Все. Оу, шит! Оу, ес! Оу, да, детка! Оу, да, я могу свалить из тюрьмы. Смотрите, у нас есть два варианта. Мы можем остаться и выживать в этой тюрьме, но зачем? Или мы можем отправиться в следующую тюрьму. Блин, эта тюрьма была для меня как второй дом, но нам придется с ней попрощаться. Кля! 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 Ха-ха! Замечательно, нас посадили в новую тюрьму. Охренительно, здесь ничего нет. Слушайте, эта тюрьма выглядит как-то покрасивее, чем предыдущая. Так, к нам тут пришли, добро пожаловать в шит-холл, спасибо. Он говорит, что я надеюсь, ты смотрел старые фильмы про тюрьму, потому что здесь все работает так же. Ага, понятно. В принципе, все то же самое, что и в предыдущей тюрьме, то есть ко мне тоже будут приходить чуваки, я буду им продавать вещи и покупать какие-то новые вещи. Короче, все очень-очень просто. Так, это мы складываем сюда и нажимаем на старт. Ебой, ребята, мы сбежали из второй тюрьмы, это просто великолепно. Теперь у нас третья тюрьма.
тюрьма, я не знаю, сколько в этой игре всего тюрьм, но теперь мы с вами попали в третью тюрьму, и здесь мы будем выживать ближайшие несколько серий. Если вы хотите увидеть еще серии по симулятору тюрьмы и виртуальной реальности, то прямо сейчас влепите лайк, как только будет под этим видео 25 тысяч лайков, я сразу же просто побегу записывать новую серию. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой инстаграм, я там провожу прямые трансляции, ставлю лайки на фотки подписчикам, и вообще там прикольно, ну, заходите по ссылке в описании, а я попью водички. Не буду с вами прощаться. С вами был Жека, всем удачи и всем пока!